Всем доброго времени суток, меня зовут Лара Шум, я коуч по актерскому мастерству. В данном видео актриса показывает упражнение по работе с состоянием анестезии, то есть вы приходите в себя после операции. Но это упражнение на самом деле многоплановое, в конце расскажу о его секрете. Как же сделать состояние анестезии, чтобы не играть его? Мысленно замените мозг в голове большим комом серой ваты. Представьте себе эту вату, она плотная и свинцово-серая. Попробуйте и видеть, и думать сквозь тяжелые, свалявшиеся серые ватные нити. У вас нет мозга, а есть лишь нагромождение плотной темно-серой ваты, охватывающее каждый сантиметр под черепом. Свет едва-едва проникает сквозь свинцово-серые косматые волокна. Продолжайте смотреть и думать сквозь серую и пуховую волокнистую массу. Вызовите у себя ощущение тошноты, думая о том, как последняя принятая вами пища отвратительными и полупереваренными кусками болтается у вас в животе. Чувствуйте, как тошнота поднимается с желудка по горлу, ощутите дурной кислый привкус этого киселя и полуразжиженной еды. Дайте этому привкусу усилить тошноту. Попробуйте сделать это упражнение самостоятельно этюдом, не забывая о кульминации. И обещанный секрет. Это состояние можно использовать в различных эпизодах. Вас долго держали в заложниках, и вы не ели и не пили. Вы проиграли все свое состояние в рулетку. Или ваши сцены, где вы должны сыграть одиночество. Если это видео было вам полезно, ставьте лайк, рассказывайте своим друзьям и подписывайтесь на мой канал. Удачи в актерской карьере! С вами была Лара Шум, коуч по актерскому мастерству. Всем пока-пока!